Здравствуйте! Я хочу показать в этом видео фрикадельки мультиварки. Как я делаю? Еще я сделала блендером лук, у меня фарш куриный и говяжий. Яйцо пиваю. Одно яйцо достаточно. На 600 грамм фарша. Поперчила. И посолила. И перемешиваю. Больше ничего не добавляю. В этой фрикадельке. Ставлю в холодильник на полчаса мокрыми руками, формирую фрикадельки. Заливаю 1,5 литра воды горячей, чтобы сэкономить время варки. В программу поставили суп. Закипит вода. Посолим и будем кидывать фрикадельки. Солим. Кидываем фрикадельки. У меня получилось фрикаделек 30 штук. 600 грамм фарша было. Закрываем. Фрикадельки сварились наши. Открываем. 7 минут варились. Больше не надо. Программу выключаем. Варю кашу пшеничную. 2 чашки воды бульона. Чашка это пшеничной крупы. Засыпаю. Помешала. И закрываю.
Ставлю программу каша. Наша каша пшеничная готова. Пирокардельки с кашей готовы. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.